Я молодой специалист, только закончила университет и первый год работаю учителем физики. В какой школе? Во второй школе. Это на самом деле очень кропотливая работа, нужно много времени тратить на подготовку, потому что каждый урок это индивидуально, и нужно все тщательно проработать с детьми. Учителем физкультуры в 13-й школе. Как давно? Именно в 13-й? Лет 16. Скажите, пожалуйста, когда вы выбирали именно эту профессию, чем руководствовались? Естественно, любовью и к профессии, и к детям в первую очередь. Я счастлива, потому что я уже учитель в 3-м поколении, я из учительской семьи, поэтому продолжаю дело. А почему вы выбрали именно это дело? Потому что я люблю детей. Этим все сказано. Я первая учительница. Скажите, пожалуйста, когда вы выбирали себе профессию, почему выбрали именно ее, чем руководствовались? Потому что любила школьных учителей, любила сама очень школьную жизнь и всегда не мыслила себе остаться без школьных стен. Поэтому вернулась в школу. Плюс в том, что эта профессия не даст стоять на месте. То есть постоянно нужно развиваться, к чему-то стремиться. Минусов. Ну, я думаю, что это в каждой работе. Ну, о минусах мы в День учителя не будем, а плюсы – то, что ты всегда остаешься молодым, потому что общаешься с детьми, и это не дает тебе думать о чем-то вот таком тяжелом, не дает тебе как бы вот стареть, ты всегда молодой. Ну, минусы – это, конечно, ежедневный кропотливый труд. Ну, а плюсы – есть, конечно, отдача. Видишь свой результат своего труда, радуешься победам, ну, наверное, расстраиваешься и неудачам своих детей. Я думаю, что эта профессия очень благородная.